Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня будем продолжать снимать третью часть, еще 100 мылок. Кто не смотрел первую и вторую часть, посмотрите. Сегодня я изменила вот так вот, сложила немножко мыло в другую сторону, чтобы поместилось новое мыло. Будем продолжать, как-то мне неудобно. Так поставила. Есть у меня вот такая коробочка. Здесь вот такое мыло. Здесь у меня 9-11 штук. Вот такое мыло. Так выглядит. Вот так в этикетках выглядит. Есть с розой, лаванда и оливковая. Вот, оливковая тоже красивая коробочки. Опять голос у меня сел, не можем никак выздороветь за месяц. Все по очереди болеем. Так, коробочку ставлю сюда. Штатив не могу направить никак, чтобы было все видно. Вот такое мыло. Это сирень. 5 штучек. Беру. Я вам уже показывала, там были такие эконом-пакеты. Здесь 4 штучки осталось. Одну я брала в мельницу. Надо доиспользовать мне. Вот видите, показывала, когда снимала видео, и все открытые. У меня здесь 4 штучки. Тоже Dex, 4 штучки, зеленое и белое мыло. Вот такая коробочка, это мыло с глиной. Вот такой Dex. Беленький. Хорошо мылится. Мне нравится это мыло. Немножко негромко разговариваю, потому что у меня еще дети спят. Вот такие три мыльца. У меня там есть открытые. Я вам еще покажу. Сейчас открывать не хочу. Эти закрытые. Очень хорошее мыло, это американское мыло. Очень мне нравится. И очень экономное, кстати. 100 грамм, но его мыли, не смыли за месяц. Если даже в день мыть руки по 100 раз. Вот такой пакет Декса с розой. Еще один хвойный Dex. Это мыло с корицей. Талия. Вот такой цвет. Видите, они не запечатанные. Хорошо, если они будут долго лежать. Когда у меня до него дойдут руки, неизвестно. Еще один Irish Spring. Факс. 3 штучки осталось. Здесь это мыло с персиком. Вот такое мыло. Это тоже одна фирма производит. Фирма Талия. Маршмеллоу. Вот такие коробочки симпатичные.
так трудно их открывать, то не могу закрыть. Так, сложим. Вот такой факс. Здесь тоже 3 штучки осталось. Мыло с органовым маслом. Талия. Вот такой цвет. Ладно, потом переложу. Все. Вот такая упаковочка. Это ваниль. Но они до конца не открываются, поэтому так буду показывать. Вот такие коричневые кусочки. Мыло Талия с кефиром. Мыло Талия с кокосом. Это тоже коричневое. Заметили, что все мыло с кокосом коричневое. Вот тоже 3 кусочка осталось в эконом-пакете. Здесь было 4. Одно у меня сейчас в использовании. Чесночное мыло. Беленькое. Кто-то говорил, что действительно пахнет чесноком. Но здесь я чеснока не чувствую вообще. Очень приятно пахнет парфюмом. Не знаю, я не ощущаю никакого чеснока. Масло ши. Вот такой кусочек. Беру все подряд, поэтому Сацума. Вот такие 2 кусочка по 50 грамм каждый. Вата, сахарная вата. Талия. Тоже вот такие кусочки. 2. Мыло с абрикосом. Талия. Вот беленькое. Козлиным молоком. С козьим. С козлиным. Вот что утром значит снимать видео. Сейчас наговорю вам. Потом будем смеяться. Это мыло с гранатом. У меня очень долго загружается видео. Поэтому я решила утром снять одно. Еще будет... Если загрузится, конечно, после обеда одно. Лаванда. Вот такой красивый цвет. Сиреневый. Маршмеллоу. Опять же говорю, кто... Хочет подробно посмотреть видео, как пахнет, приятно, неприятно. Посмотрите на моем канале видео, где я открывала посылку с этим мылом. Сейчас я не буду нюхать и пересматривать все мыло. Я просто показываю, что у меня есть в коллекции. Вот, беленькое с красным яблоком мыло. Выпало у меня мыло. Представляете, с рук. Это мыло с одуванчиком. Талия. Вот. Беленькое. Это папайя. Вот такой цвет. Это
Что мне, по-моему, коробка все с Тхалией. Вот это мыло от старения. Такой кусочек. Я еще мало попробовала это мыло, но все хвалят. Обязательно хочу попробовать уже в этом году. Черный виноград. Беленький кусочек. Пион. Беленький. Жасмин, ясемин и нероли. Вот тоже такой кусочек. Мыло с глиной. Талия. Такой немножко так, серенький кусочек. Это черный тмин. Беленький кусочек. Это мыло с розой. Ой, не хочет открываться. Вот такой розовенький, красивенький кусочек. Приятно пахнет. Прямо букет роз. Это тоже талия с розой. Вот такие два кусочка внутри. Каждый кусочек по 75 грамм в этих коробочках. Это что у нас? Это цветы какие-то. Мыло с цветами. Вот такое коричневое. Красивое оформление у этого мыла. И не очень-то и дешевое. Это мыло с глиной. Оно вот такое же кругленькое. Серенькое. Очень трудно закрываются, открываются у них коробочки. Вот такое. Это ежевика, по-моему. Такой красивый цвет. Это масло с какао. Угу. Оно уже по-другому открывается, видите. Наверное, выпуски разного года, поэтому коробочки все разные. Но я покупала я в одно и то же время. Видно, у них разное. Это детское мыло с календулой и ромашкой. Одно мыло пришло ко мне уже прогорклым, по-моему, это было оно. Да, оно воняет. Его видно там открытое оно было. Хотя у него еще срок годности почти год. Видно, там оно уже у них испортилось. Макарон Сацума. Желтенькое. Мыло. Макарон тоже с ежевикой. Два кусочка. Мыло с гранатом. Вот такой цвет.
Вербена. 120 грамм, кстати, здесь. Давайте я не буду его открывать. Оно тоже вот такое вот. Кругленькое, беленькое. Потом закрыть не могу. Так, это с чем у нас? Это у нас с травами. Ой, что же это за травы? Сейчас утром не могу перевести. По-русски. Мыло с экстрактом водорослей. Во. Утром, пока голова заработает, вот такой с крапышками, красивый кусочек, видите? Это масло ши. Такие симпатичные два кусочка. Так, что у нас еще там? Это бразильские орехи. Оформление очень нравится. Очень красивое оформление. Коробочки. Мыло вообще обалденное. Это лимон освежающий. О, какой цвет яркий, посмотрите. Обалденный. Это у нас тыква. Вот такой цвет. Так, есть у нас еще есть. Это тоже красное яблоко. Тоже беленькое. Интересно, почему не красное? Красное яблоко. Это тоже сладкая вата в такой коробочке. Продолжаем, что нам попадется. Это у нас клубника розовенькая. Красивые макарончики. Так, это что у нас? Ой, как же это сейчас перевести-то? Есть что-нибудь на русском? Мыло с превосходной формулой, с обогащенной питательными экстрактами лассифлоры, маракуя. Ясно. Такой кусочек, он даже вот единственный, который в слюде пришел. Вот на нем пленочка. А остальное мыло... Все открытое. Так, это что у нас? Зеленый чай. Вот такое. По-моему, зеленый чай. Подождите. А нет, это чайное дерево. О, сейчас наговорю вам не то, что нужно. Кстати, у нас сейчас 8 утра, поэтому немного заговариваюсь. Это папайя. Вот такие два кусочка. У меня здесь еще мыло наложено в зале. Надо это все убирать, снять видео. Но сколько дней я еще снимать буду видео, неизвестно. У меня еще мыло много. Это мыло. Да, масакуза. Это с чем это оно у нас было? Видите, иногда не приходит в голову, как привезти мне это мыло. Ну, да ладно. С экстрактом фисташки мастичной. Вот. Сейчас бы и не вспомнила. Такие кусочки. Это мыло с рисом. Тоже беленький. Белый-белый. Очень классный, красивый.
вербена. Очень мне нравится запах вербены. Ой, какой приятный. Так. Видите, открываю и не могу закрыть обратно. Что у нас еще? Это у нас с ромашкой. Тоже белая. Сделайте цветное, чтобы было интересно мылить. Нет, все белое, белое. Это с чем? Это с чем у нас? Увлажняющее просто. Просто увлажняющее мыло. Тоже беленький кусочек. Форма у них просто меняется, и все. Есть еще виды, которых у меня нет. Надеюсь, что я их тоже куплю, вам покажу, как пахнут. Конечно, все это за раз не перепробую, чтобы вам сказать, какое из них хорошее. Но хотя бы покажу, какого цвета, какой у них запах. Кто приезжает в Турцию или живет, сразу пошел, направился, купил. К этому мылу, не знаю, вот такая шоколадочка. Ардыч. Масло с ардыч. Блин, тоже перевода. Не могу найти, не могу вспомнить. Ничего не написано. Ладно, тоже с маслом. Ой, пахнет как дегтярное мыло. Очень резкий запах. Все, девочки, мальчики, третья часть у нас закончилась. У нас сейчас 300 штук лежит на столе. Вот так вот я вам покажу. 300 штук. Немножко я их сложу, чтобы было удобнее распечатывать. Продолжение показывать. Встретимся в четвертой части. Спасибо вам всем за просмотры, за лайки. До свидания.